Компания «Автодор» планирует в 2020 году отремонтировать более 80 километров трассы М1 «Беларусь». Дорожникам предстоит заменить старое покрытие на новое с использованием современных укрепляющих добавок, обустроить водоотводы с проезжей части и отремонтировать обочины. Будут также установлены новые дорожные знаки и нанесена необходимая разметка. На территории нашего муниципалитета под ремонт попадут участки трассы с 17 по 32 километров.